Капец. А куда папа пошел? Я думаю, что комментарии излишние. Почему на комментарии уже? Это у нас только что прошел дождик. Да. Шел буквально минут 15. Да, мам. И потом на асфальне ее. Здесь, что у нас арестовали, а с куколкой. Тебя с куколкой арестовали? Да. Вот это нас залило. Будет сейчас где гусятам, утятам купаться. Мама, ты куда папа пошел? Сейчас. Так вроде больше ничего нет, нигде не побило, да? Укроп до этого лежал, после прошлого дождя он еще не поднялся. У поросят там, короче, это можно плавать. Там не лужа, там озеро. Все наши эти полости позаливало. Папа, меня достала, да? Куколкой. Только мы не успели. Я поняла. Берите страсть. Да, какая сразу спрятана. Капец, да, какой был ливень, и как ни в чем не бывало. Солнышко. За мной не с градом что. Не знаю, на камеру будет видно? Да вот это. Дымится. Люди не хотят выходить, но не стоит. Что, не нравится, мокро, дождик? Да ладно, да, наоборот, должно нравиться. Папа, подержи, как можно этой дождике. Папа, что? Не, ну так сухо там, значит, не протекает крыша, ничего, все нормально. Ну да. Смотри, здесь стенки сухие, хотя боковой был. Порочек идет. Ну. Офигеть, да? Надо будет отвод воды какой-то делать, потому что здесь... Да, вот мне вот это очень нравится, как у нас. Отовсюду. Отовсюду, блин. С картошки вытекает вода. Я говорю, на месте картошки мы можем рисовое поле себе сделать. Но у нас нету фитофторы. Та-дам! Ну, у нас как бы... Потому что Женя ее не полол. Один раз прополол, и все, больше не полол. Смотри, какая дикая, мам! Да. Смотри, какая маленькая. Смотри, какая она теперь маленькая дикая. Гуся! Значит, все за ним сейчас пойдут. Гуся, выходи скорее. Выходи, да, сейчас все за тобой пойдут. Идите, купайтесь. Thank you.